Stockton County.
Мат два хода, что ли? Мат два хода? Да, ферзь Е3, шах, король Ф1, ферзь. Почему король Ж3? Нельзя пойти. Нет, нет, пешку уже. Так, пешку на Ж2. А, нет, нет, Ж2. Да, да. Как раз ферзь Е3, шах. Вот здесь была пешка, король Ж3 мог пойти. Не был. А, был король Ж3, что мне казалось, что уже мог. Я не видел мат. Оперативный был. Тут уравнялся. Ну, я забуду прямо на... Чуть-чуть. Да, вроде как ферзь Ж2 залез, но вроде все держится в белое, да? Нигде шах не было. Не срослось. Я тоже бы, может, линию Е забрать побыстрее, если не срослось. Если я, грубо говоря, потерял время, чтобы пойти на роли пойти. Понятно. Может, не склон. Не, может, король один правильно, слон Е3, ферзь Е3. Ферзь А5, да, высыпается. А3, как бы, ферзь А4 был. Не помню, ферзь А4 был. Вот во все за 4 я пошел дурацкий ход за ферзь Д2. Он владеет Е1 линию задал. Сейчас А3. Еще нет. Не-не-не. Ферзь А5, А3, ферзь А4. Да. Здесь ферзь стоит на Е1. Е1. Линию забыл. Это первое, что нужно было сделать в позиции. А, ну я тогда ладья Д8 пойду. Ладья Д8 здесь. Ну, чтобы D4 где-то, да? Да, но здесь надо считать, что я могу против ферзь Е7 пойти, например. А если я просто даже ладья D7 поставлю? Там надо считать, что я могу связать ферзь Е8 шаг. Неприятно. Потом, короче, я сюда... Ну, D4, D4, хорошо. Нет, ферзь Е8 ушел, да, ушел. Как? Там ладья Е7 будет играть, король Ж7 надо. Король Ж7, допустим, король ушел на Ж1. Ну, D4, да. Ладья E7 даже, да. Вот здесь, ферзь D1 шаг здесь пока. Да, E7. Но как-то вот непонятно. То есть B3 не могу пойти, допустим. Ну, я всегда могу уйти же на C6. Тогда я думал... Взять и сейчас, на А7 напасть. Ладья E1, ладья D8. Ну, здесь есть нюансы. То есть, может, я могу ферзь B6 пойти пока. Ферзь B6 будет сильнее, потому что так я смогу на ладья D7 ферзь F6 пойти. Сейчас, какой номер ферзь? Вместо ферзь E7, а вместо ферзь B6. Вместо ферзь